А сегодня в рамках фестиваля «Волшебный лед Сибири» всех желающих учили делать фигуры изо льда. Профессиональные скульпторы показали, как правильно резать лед пилой и придавать ему форму с помощью обычной стамески. Сначала участники на куске льда нарисовали контур будущей скульптуры, а потом попытались убрать все лишнее. Также скульпторы рассказали, как нужно одеваться, чтобы было комфортно работать. Оказалось, морозная погода для такого вида творчества самая подходящая. Любой художник, вот, допустим, вот здесь вот девчонки, да, вот у нас живописцы, там керамисты, то есть любых профессий. И также это даже, вот я сколько знаю, вот в моей команде есть самоучки, которые первый раз лед попробовали делать, и до сих пор со мной уже более 10-15 лет режут этот лед и радуются, и довольны, уже как уже профессионально работать с этим материалом.